Туристы. Четыре с половиной часа, и мы в Костроме. Мы приехали в гостиницу «Снегурочка». Сейчас будем заселяться. Такое новогоднее настроение сразу. И хочется оливье. Вот здесь Ксения Андреевна, а это ваш номер. Интересно. Хочу ваш посмотреть. Вот, двухместный номер. Вот там по фоткам там было либо красный. О, а что у вас? Ты что ли? Да, надо всем в туалет сходить, пока мы это... Слушай, нормально так-то. И мой одноместный. С огромной кроватью. И тоже ванна, туалет. Вот. Ну, норм. Всем что-то не заметила, что это такая милота. И вот это просто... На обратной стороне по-английски. Ми-ми-ми. Комната принцессы. А еще здесь очень милый вид из окна. Церковь Воскресения. Прекрасный закат. Это вообще. Мое сердечко ёкнуло. Чудесный вид. Что? Здесь начинается... Здесь начинается культурная часть нашей набережной. Все. Муравьевка, правильно? Правильно. Блин, закат бомбический. Вот, сейчас чуть попозже. Кто о чем? Костромская элита. Молодежь. Ну, можно и так сказать, ты знаешь? Ой, рядом шашлычком пахнет. А так тут же рестик, вон там. Блин, как красиво. Волга. И закат. Обожаю сочетание воды и закатов. Здесь начинается аллея с бюстами героев. Наших. Не могу все время отвлекаясь на закат. И видим планетарий. Все. Ага. Не такой красивый, как в Ярославле, конечно, но тоже... Сравним, сравним. Мы спустились ближе к реке. Я все еще не могу отвести взгляда от этого заката. Прям хочется запеть «Широка река». Только... Ладья, герб Костромы. Он подсвечивается потом, нет? Нет? Еще одна достопримечательность — беседка Островского. Очень мне напоминает беседки в ПГ. А здесь вот музей сыра. Получается, рядом с набережной. Музей сыра и музей моды Снегурочки. Ведь Снегурочка была рождена здесь, в Костроме. Пожарная каланча, центральная площадь города. Туристы тут всякие ходят. Мы зашли в кафе-бар «Огни». Все отлично. Еда. Что поесть, что попить. С пузырьками розовое, красное-белое. А, караниточка моя любимая. И... А, ну да, это все то же самое. И разные интерьеры тут.
пошли на завтрак в такой ресторан. Уже, походу, все поели. Он до 11, сейчас время 10 с копейками. Тоже в таких синих красивых тонах. Итак, посмотрим, что есть. Овощи. Здесь у нас сырники и запеканка. Запеканка, по-моему, осталась. Омлет, блины, котлетки, макарошки, сосисоны. Овсяночка. И такой вот стандарт. А здесь яйца. Вкусняшки. Ну и попыть. Мы приехали к Ипатьевскому монастырю. Вот ценники 170 рублей на вход. У нас вопрос, нужны ли нам платки. Вход в масках, в платках, в юбках. И вид шикарный. Девчонки, вон какие все модные. Красотки. Выглядят просто крипи. Пойдем в усыпальницу Годуновых. Рядом с монастырем, вот оттуда мы пришли, Костромская слобода, заповедник. Гончарное искусство. В условиях жесткой экономической конкуренции это деревня Аристиха Шарлинского района, бывший опять же Ветлужский уезд. А почему в условиях жесткой экономической конкуренции за большие залежи, поэтому соседи гончарного его тоже? Что немножко его ограничивает в манере в некотором отношении. Но гончарный хозяйственный искусство. Двор маленький, хозяйственный двор только подвод. Если нужно купить то, что не производится в крестьянском хозяйстве, тогда на ярмарку уездный город. Так, Том Лепатрах. Посмотрим, что тут. Здравствуйте. Ой, такая громкая. О, здесь такая комната. А здесь еще есть второй этаж.
О, ничего себе. Какое помещение. С санями. Прикольно. Еще такая деревянная часовня. Ой, посмотрим, что там внутри. Она закрыта. А я уже и маску одела. А, ну хотя получается, что внутри вот простенько так. Здесь еще можно пострелять из лука. Детки. Первый раз был удачный у девочки. А еще здесь есть говорящий колодец и печь. Открываем колодец. Я колодец непростой, я колодец слободской. Чудеса я совершаю, всем на свете помогаю. Чтоб исполнилось желание, кинь монетку на прощание. Ну, все понятно. Вот он, Юрий Долгорукий, основатель Костромы. Через 5 лет после Москвы. Около главной площади стоит Снегурка. Памятник Снегурке. Судя по блестящему носу и воробью, их надо натирать, чтобы что-то было. Еще здесь на площади песик. И собирает денежку на животных в центре передержки. Симпатяшка. Еще в Костроме говорят, что очень вкусное мороженое. Вот, смотрите, изготовитель. Костромская область, Кострома, улица Советская, 144А. Угу. Ну чё, как вам? Вот, то есть точно. Да. Я тоже знаю. Как вам мороженое? Очень. Согласна. И маленький памятник голубю. И котик. Такой грустный памятник. Памятник Сусанину, патриот земли русской. Поднялись наверх, обзорная площадка. Здесь идет реставрация Кремля. Мне отсюда вид нравится, когда больше реки видно. Красота. Рядом как раз музей сыра и домом моды Снегурочки есть Снегуречная, и тут снегуреки продаются. Это очень забавное вообще название. И вот идем в музей сыра. А гостиница, где мы были? Прикольно, если сырная фамилия, то у тебя бесплатный вход. Это вообще супер. Оказывается, надо записываться. Чего мы, естественно, не сделали. Снова заходим в Центральный парк. Вон Ленин, естественно.
дальше по реке пляжик. Народ некоторые купаются здесь, хотя не советуют, потому что речка грязная. Но песочек. Я, конечно, не босиком. Проверять что-то мне не очень хочется, насколько он теплый или холодный. Но не потрогать водичку я не могу. Нет, все-таки она прохладная. Хотя в жару для купания, я думаю, вполне сойдет. Будет бодрить. Пошла я в беседку. Вот, беседка Островского. Но сверху особо ничего не видно из-за деревьев. Вот это ничего, домик. Ну это просто его покрасили. Ну, острой. А ты зайдешь внутрь, офигеешь. Ну вот смотри, вот такой не покрасили дом. Что, про Костромское гетто просто? Блок. Вот просто такие дома. А это вот считается, в принципе, почти центр города. Вот такие у нас эти летящие... Это центр? Какие все недовольные. Это недалеко от центра. Вот тут построили недавно на дом пятиэтажный. Ого, вот это вообще. А вот так вот это был деревянный. Два года назад. Это город. Вот в этом доме я родился. Не у нас. Вот в этом? Вот в этом деле. А в малыше в этом? Да. О. Малыш родился в малыше. Ой, там ребенок тоже прямо. Он кайфует. Чем нам не помахал? Это вот третий рабочий. Универсам. Я думала, это мама. Интересно, про это Лебедев говорил? Или все-таки про центр? Наверное, про центр. Сюда он уже не заехал. Сюда Дудь заехал. Ну, правда, если он снимает. Ой, вот там тоже маленький домик. Одноэтажный. А, да, несколько. Ну что ж, вот мы и на вокзале. Собираемся теперь в Ярославль. Как тебе наши дни в Костроме, Алекс? Как тебе в Костроме? Ну, круто. Круто. Катя, как тебе? Что, как мне? Наше путешествие. Ну, огонь.